Фонари кончились. Жилая часть города осталась позади. Теперь по сторонам разбитой дороги тянулись заброшенные развалины. Остатки нелепых колоннад, просевшие скверные фундаменты, подпертые балками стены с зияющими дырами вместо окон, бурьян, штабеля гниющих бревен, заросли крапивы и колючек, чахлые, полузадушенные лианами деревца среди нагромождения почерневшего кирпича. А потом впереди опять возникло туманное сияние. Еще совсем недавно эти дома были плотно заселены. За окнами буйно кипела жизнь. Буйство и полнокровие определялись значимостью необходимости. Крепкому, мощному, развивающемуся невиданно яркими темпами атомному флоту страны этот город был нужен. Это озеро – бывшая часть океана. Для того, чтобы разместить в западной части рейда причалы для новых кораблей, частично был засыпан глубоко вдающийся в берег залив рейда, губа островная. На вершине 40-метрового обрыва у берега губы островной, небывалой для тамоходных баз близостью к причальной зоне, разместились дома нового поселка подводников с тем же названием «Островная». Когда 2 десятилетия назад принималось решение об образовании закрытого города, название «Островной» в секретной переписке перешло к нему. Отсюда от названия «Губы» произошло наречение, и стал град «Островным нареченный». Редки весенние мотивы у края мурманской земли. К причалам выцветшим сонливы стоят прижавшись корабли. Сморен волной воспоминаний о флотской жизни боевой, сквозь сон грустит без ожиданий усталый город островной. Пройдя сквозь трудности походов, в индийских водах или во льдах неслись к нему атомоходы, взбивая пену на винтах. Чтоб, позабыв про погружение, смирив реакторный накал, постичь истому ощущения. Мы дома. Вот он наш причал. За океане признаваем, подводной статью огневой, своей отчизной почитаем. Гремел гремиха островной. Безрадостен удел забвенья за гранью северных широт, повергнут в кротость и смиренье сгрустнувший ядерный оплот. О, грусть его, печаль святая, луч озаряющей мечты о том, чтоб жить, не увядая, на благо флота и страны. Но я в смятении умолкаю. Блаженна грусть мечте святой, чтоб жил для флота, расцветая, российский город островной. Блаженная грусть окрашена некоторой долей оптимизма. В ответ на недавнее уверенное заявление Североморского командования о неутерянной важности нынешнего островного для страны и для флота. Он был и есть, остается стратегическим пунктом базирования подводных лодок. И если даже мы лодки отстоя переведем, то это не означает, что база должна быть брошена и уничтожена. Это база стратегических подводных лодок. И сюда... Я же не буду всем все раскрывать. Будут ходить на боевое дежурство стратегической подводной лодки. Они будут швартоваться, их надо обеспечивать. Сюда будут заходить боевые корабли и так дальше. То есть, первое, что это остается Йоканский район базирования сил флота. И сюда могут заходить и атомные подводные лодки, и надводные корабли, как мы ранее ходили, заходили, решали свойственные задачи. Это первое. Вы знаете, здесь все осталось так. Та же незакатная полярная тишь. Безумной майской прохладе. Та же холодная солнечная синь вперемешку зарядной очумелости. И та же зимой секущая снежная пыль под вздох согнутого пополам бредущего тела. Вот только вчерашние озорные девчонки, школьные болтушки, уже осанистые, знающие себе цену и жизненный толк взрослые красавицы. И озорные мальчишки, некогда сбегавшие с уроков,
вернулись взрослыми офицерами, но не сюда. Вы знаете, там все осталось так. Дома под шквалом ветреных атак. Вдоль Кольского залива суетятся огоньки. Скорее возвращайтесь, мужики. Колотит по дну эхолот и шлет РДО интеграл. А ночью бессонною Северный флот от нас принимает сигнал. Да есть добро на третий ФВК. Родные все не спят наверняка. И дочка карандашиком выводит на бумаге пародию на папу моряка. Пока еще и снег во дворах и не удивляется май. Здесь носят точно так же, как и мы, в свои года на Первомай фуражки цвета льда. Вы знаете, там все осталось так. Дома под шквалом ветреных атак. Вдоль Кольского залива суетятся огоньки. Скорее возвращайтесь, мужики. Скорее возвращайтесь, мужики. Только пока что-то не возвращается, мужики. Увы, только уходит и уходит. А город тем временем дышит и крепится духом тех, кто когда-то родился и вырос здесь. Кто, может быть, когда-то уехал и вернулся. Кто вообще никогда не покидал край своей малой родины. Они здесь от корней свои. И хоть труден путь, но мир памятного детства поддерживает и укрепляет. А еще манит старой мечтой. Thank you.
в город с оглядкой на детство. Детство, которое так естественно станет взрослостью, подпитав своей энергией этот край. Завертит его в водовороте страстей, смешивая свою судьбу с судьбой северной окраины. Пусть не на всю жизнь, но, по крайней мере, незабываемой частичкой ее. Причем такой частичкой, что как бы ни правило в дальнейшем каприза судьба, воспоминания о прожитых годах, вне зависимости от климатических пристрастий, прочно ассоциировались с чем-то радужно-весенним. Ведь ее весну здесь, на улицах морского городка, на приморских улицах, ждут всегда. Дождались встречи дня. Даже полярная зима когда-нибудь кончается. И с непременно изменчивым маем наступает полярный день. И хоть мир вокруг насыщен авитаминозом, вторя природному разбегу к теплу, солнцу и свету, мы заражаемся восторженной энергией радости жизни. Ведь мы всего лишь часть природы, не всегда покорная, но податливая ее жизненному циклу. Thank you.
Это просто весна колдует. Пьянящая пора, ожидания, изменения к лучшему. Это хлопотная пора неприходящих женских забот о собственном гардеробе и пора восторженных мужских открытий, изменения в этом гардеробе находящих. Это неожиданная пора красочных перемен. От полярной бледности к игривому окрасу на повесневших щеках детских и не только детских лиц. Это пора заполярных сборов. Как-то лето быстро подступает, и некогда далекий отпуск, а значит и дальняя дорога уже совсем рядом. Это пора серьезных жизненных вех и милейших романтических откровений. Когда же она приходит, по нашему же признанию, здесь, в Островном? Весна в Островном вообще с моего дня рождения. Всегда тепло. С проводом зимы. Ну, наверное, вот с проводом зимы. С проводом? С состоянием снега, да и вот теперь. Да? Да. То есть так и чувствуется? Ни раньше, ни позже, да? Ни раньше, ни позже. Наверное, с праздника проводов зимы. У нас дорогу расчищают. Расчистки дороги. Да, расчистки дороги, и теперь мы гораздо легче и быстрее добираемся домой. Задача на работе. Наверное, когда вот первые теплые деньки пригревает солнышко, это кажется, что уже весна приходит. Это в январе бывает? Нет, ну бывает, когда вот теперь, но вот когда уже, ну чувствуется, подольше тепло уже держится. Ну и, наверное, все-таки с праздника, когда уже вот зиму провожаем. Уже точно уже весна. Солнце, наверное. Пока солнце, потом лужи, потом грязь. Так как я работник Дома культуры, для нас весна начинается с того, как мы начинаем готовиться к родам зимы. Сразу начинает теплеть, сразу же светит солнышко, сразу же все тает. Это вот она зима, ее сожгли, да? Да, ее тоже сожгли. Она как у сотрудников милиции дежурства, наверное. У кого как? Гремихи весна. Но я думаю, Гремиха — это такой же город, как и Мурманск. И она, как везде, начинается, ну, как я уже сказал, что с весеннего хорошего настроения, солнца. Ну, и вот с этого всего, с этих праздников. Лёда полочек. Интересно. Наверное, состояние снега. Только так. Не с проводов зима. Не с проводов, я учитываю. А он как-то не попадает. С проводов зимы. С проводов все-таки. Звездочки блестят, широка река мне.